Баскетбольное движение Десногорска начало активное развитие 5 лет назад. Тогда при поддержке концерна «Росэнергоатом», «Смоленской АЭС» и администрации Десногорска удалось объединить молодых людей вокруг идеи здорового образа жизни, заложив основу будущих достижений. И мечтать на тот момент о каких-то победах было делом достаточно далеким. Но прошло всего 5 лет. И у нас уже есть достижения благодаря вам, в первую очередь. Достижения этого года были отмечены 28 декабря в здании администрации. Свое трепетное отношение к баскетбольной команде Десногорска и к ее успехам высказал в том числе генеральный директор ЦСП «Динамо Росэнергоатом» Сергей Фомин. Эта команда нас очень порадовала своими спортивными результатами, что очень отрадно, достаточно стабильными. Если бы не помешала пандемия, наверное, было бы больше спортивных стартов и больше бы хороших результатов. Тем не менее, баскетболистам «Динамо Росатом САЭС» удалось отличиться и в стесненных пандемией условиях. Одно из значимых событий – серия побед в рамках открытой баскетбольной лиги Смоленской области. Десногорские спортсмены находятся в топе соревнований сразу по нескольким показателям. В последней игре чемпионата области Женя забил 70 очков. Сколько подборов ты сделал? 23. Пускай, может быть, был не самый сильный соперник, но 70 очков надо забивать. Их нужно руками забивать. Молодец. Благодарственными письмами от главы Десногорска и Центра спортивной подготовки «Динамо Росатом» были награждены более 10 спортсменов. Это игроки команды и тренерский состав. Участники встречи намерены не останавливаться на достигнутых результатах.